Не одиночный пикет. Не одиночный пикет. На основании, я говорю. Одиночный пикет. Это не дело. Я не нарушаю закон. Я себя спокойно. Руке больно, аккуратней, блядь. Отпустите руке, больно, блядь! Что там написано? Свободу России. Свободу полиции включённые! Одиночный пикет защиты закона! Читаю вам, товарищ полковник, присяга сотрудников БВД. Я такой-то, такой-то, поступаю на службу. Клянусь уважать и защищать права и свободы человека гражданина. Свято соблюдать Конституцию, все национальные законы. Законы, служу России, служу закону, закону. А закон это вот это, товарищ полковник. Вот закон. А все ваши кодексы писали чиновники. Здравствуйте, представьте, документы предъявите. А почему? Нет, документы, а что? Вообще у нас закон людей никогда не охраняет. Нет, конечно. Вот и все. Вот можно эту точку поставить. Свободу героям 6 мая. Люди, которые вышли за свободу, сейчас в тюрьме. А те, кто их арестовывал, получили квартиры, премии и так далее. Мы сейчас столкнулись с тем, что да, у нас не 37-й год, но репрессии идут. И Путину не нужны огромное количество репрессированных в тюрьмах. Ему достаточно запугать 10, 20, 30 человек, посадить в тюрьму и запугать всех остальных. На каком основании? Я здесь никого.